Что имеешь в виду, запрыгнул в лесу? Не, кто убежал с мычки, а мог добить. Ник. Ох и Ник подставил. Ну я понял, что ты же. На вас прям, ребят, поползун так и поползун. А вот это вообще. Я прям полетел, как ракета. Как ракета, ну. Ох ты ракета. Сегодня на дне города выпал. Это как его, Джонни выступал сегодня в городе. Джонни? Да ладно, комета? Ну да, наверное, я от него не слушал. А что ты не сходила, что дома сидишь? Нет, я, во-первых, не люблю массовые мероприятия. Правильно, вот можно заболеть. Нет, это дело не в коронавирусе, просто не очень. Последний раз была на серебро, у нас серебро приезжало. Так там мы серебро? Серебяткина была? Вот это жена моя была. У нас каждый год кто-нибудь приезжает. Это же жена моя была. Еще один. Красавчики. Ну так что там Серебяткина? Примерно пожалуйста. Короче, там просто все как толпа. Я не люблю. Бидло, да, ты хотела сказать? Я не люблю людей. Бидло! Я понял, Катя. Вот так вот ты просто народ. Оказали нас крем-сода и приезжали эти брейнсторм. А этот, как его, был крем-сода? Как его? Помню, блядь. Кто ты знаешь, нахуй ты, что ты делаешь, Олд, блядь, не забегай. Но у нас же сегодня день суверенитета. Да ладно. Праздник везде. День суверенитета отметили? Ну да, каждый год отмечаем. Still alive. Ник. Богатая что республика, вот всех приглашают звезд. Катя, ты мне дал гарнитур за 30к. Чего за 30к? За 30к мне трансфер организуешь в аэропорт к тебе? Бесплатно бы выбыла, ну раз 30 тысяч предлагаем. Не, мне в тебе стоит 30 тысяч, я смотрел, помнишь? Ты забыл, и ты уже не зовёшься. Понятно, всё понятно. Вы так Кате мут дал, всё понятно. А чё началось? Ты за что админком взял, чтоб припомнить, да? Держи. Что ты копишь? Ой, не стреляй, не стреляй, так сечни. Вот, вот один. Пустой. Ракету мог я бы забыла. Я думала, ты копишь. Конечно коплю, уже нас убирал. 30 тысяч телек стоит, мне надо купить. Давай куплю. Телек мне купишь? Я покупаю билет, просто телек куплю, чё ты. Разводись с мужем ради меня. Ого, какие разговоры пошли. На шо уже теряться? Гулять так гулять. Действительно, не первый день знакомы, чё. Тем более, хоть будем вместе играть. Ну да. Кстати, то, что ты мне писала, будет легче получить. О, это я! Ребята! Я шучу. Шучу, не я. Ты мне писала вчера. Да, у нас все равно не поняла. Сейчас. Как темно, на вип как закончилось, да? Конечно, закончилось. Ну, я и творю, что темно. Большое спасибо тебе, друзья. Пожалуйста. Спасибо. Честер, просто. Я вообще не против. Сарочку быстро. Thank you.
тебя следит, то это, конечно, точно видно. Почему вышли? Я на готове. Спасибо. Пожалуйста. Чё, пожалуйста, ты сказал? Невеста. Да я там уже была в этой роли. Не еще раз ходишь сюда. Не, я бы не хотела. Меня ну, просто устраивает. Ну тогда не, играть не будем просто. А что теряться? А чё так можно? А можно, можно, можно. Только дай звонить, ты находишься. Как продавать квартиру, текать с города. Слушай, сколько городов много? Вон поедем к этому, к Илюхе поедем в Москву. Ой, не. Не очень. Там еще рядом Москва еще живет. Я в Москве, может, только рядом со мной, че, 50 километров. Да? 500 всего лишь? Дома, ты где живешь? Общество. Донской район. А кто с Питера? Есть кто-то с Питера, не? Ром, ты организовываешь, приглашаешь? Давайте стрелку грома забьем на стрелку. А водка будет, Ром? Бо я без водки не поеду, так неинтересно. Не-не-не, ребята, водка отбой, алкоголь минус, и не уважаю я это дело. Блин, ну... А как же тогда быть? Я тогда, я вот за, такие повезу. Вечеринки. Отлично. Вот, видишь, Катюха молодец вообще. Она тоже против. Да, что, я профессиональный трезвенник. Вот то же самое. Подлизы, это у меня стиль по жизни, не пить. Что теперь? Так а что будем допивать? Слабо того? Ну как, кока-колу. Сухарики чисто. Ну, возьмите, да, шашлыки, собаки. Курили, да. Кто меня выдохнул? Только признайте честно. Ты слышишь, что кто-то проходит? Ой-ой-ой, кто точки пробил? Хотя бы пивко со швычком. Ник, тебе рано еще. Ладно, всем хорошо. Давай, Рим, счастливо. Доброй ночи. Ну, удачи тебе. Это что, до свидания? Это ж за штука какая-то, да, выходит, когда он выходит. Короче, типа, он это, намекает заходить сюда, короче, пообщаемся. Типа, сайт да, не то, что вот. Ну, походу, да. Леонечка хотела убить. Тихо. Работали хорошо. Меня заражает, правда. Сделай лицо, что тебя, я просто такой же игрок, как и вы. У тебя админка, да? Да. Ничего себе, поздравляю. Спасибо большое. Спасибо. Ты и далее?
какой-то черный пахнет, думаю. Сейчас не пойму все. Я бы тоже жду. Почему у нас души? Странно. Хп оставалось, Эви. 45. Ну, они добрые. Какой ты живучий. Причем тут ярость? Просто контроль был. Да я в курсе, я просто спросил. Почему комментарий? Почти. Кат, ты здесь, Кат? О. Ты где? Ты меня видишь? Здравствуйте, ребята! Длинный. Привет, врач. Вот он я. Ром, ты остался с нами играть? Конечно, я чуть решил это. Чуть-чуть играть. Это уже план, третий раз. Кстати, у меня один тут лично играет. Ну да, кстати, да. Охренеть, я вот ходил в футбол, поиграл полтора часа, вернулся домой. Блин, ну это же круто. Так я сейчас пока что без работы же. Вот. Вообще, по идее, завтра должен уже устроиться. Там уже посмотрим, что как. Потом уже не буду заходить. Ну как, буду, но не так часто. Чем занимаешься? Ну так, как сказать, пока непонятно. Военная профессия.